The Battle of Stalingrad became a pivotal point in World War II. More than 100,000 soldiers and officers from the German 6th Army were taken prisoner, including the commander, Field Marshal Friedrich Paulus. After that defeat in battle, German troops were denied the strategic advantage once and for all. Я Невзоров Алексей Васильевич. Я вступил в войну на Сталинградском направлении 24 августа. И было мне 17 лет 2 месяца. Сталинград уже горел, особенно в начале сентября. Все больше и больше немцы усиливали натиск. Земля дрожит. Кажется, хочется втиснуться в землю, но все-таки выдерживали. Хотя было временами, признаю, страшно. Или из пулемета достанут, или бомба, или снаряд, или мина. Да и условия. Дышать нечем. Нет человека, который на войне или где-то бесстрашен совсем. Отчаянный может быть. Обычно стать первому в атаку очень-очень сложно. Политрук или там коммунист опытный сделает этот рывок, а за ним уже идут, поднимаются остальные. Пример всегда нужен. Я 7 ноября 2014 года участвовал в торжественном марше на Красной площади, посвященном годовщине парада 1941 года, когда наши войска прямо с Красной площади уходили на фронт. С одной стороны, было страшно, не дай бог, нам придется оттуда уходить на фронт. А с другой стороны, гордость за дедов, за прадедов, что ушли на фронт и победили в этой войне. Я очень люблю футбол, занимаюсь профессионально 6 лет. Раньше играл в ЦСКА, сейчас играю в Тимирязевце. Когда дед ушел на фронт, ему было 16 лет. Он ушел на фронт добровольцем и больше не смог играть в футбол. Не дай бог такое сейчас произойдет. Очень этого не хочу, боюсь. Ну, я верю в лучшее, надеюсь, этого не будет. Я смогу в футбол играть. Ух!